Вы готовы? Готовы. Вася, ты тоже к бою готова? Бой 6-летнюю Ульяну ждет решающий. У девочки двусторонняя нефробластома и сращение почки. Мало того, что у ребенка 3 органа, они срослись в 2. Ульяна уже перенесла химиотерапию, сегодня ей удаляют опухоль. Обещают, что будет все хорошо. Ну, все будет зависеть от операции. Лечение потом будет еще, конечно же. Ну, думаю, что мы справимся. Ульяна очень смелая. Она практически не плачет, да, Ульяна? На нас молодец. Операцию проводят одни из лучших специалистов научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям. У Тимура Шароева почти полувековой стаж, но с таким случаем он сталкивается впервые. Редчайшая операция. Дело в том, что двухстороннее поражение почек встречается, если все опухоли почек у детей взять за 100%, только в 10% случаев встречаются двухсторонние, или, как мы говорим, билатеральные опухоли. Случай отягощается и тем, что одна из частей удвоенной почки Ульяны ротирована, то есть повернута на 180 градусов. Но хирурги настроены решительно. Органы девочки планируют сохранить. Операцию проводят с помощью водостроенного скальпеля. Струей воды он измельчает ткань почки, при этом не повреждает сосуды и нервы. Пораженную область выделяют и удаляют. Такой метод позволяет минимизировать кровопотерю. Чтобы не подвергать ребенка дополнительному стрессу, за одно вмешательство удаляют опухоль сразу на обеих почках. Но в ходе операции выясняется, образование почти в 2 раза больше, чем показывали исследования. Компьютерный томограф. Он показал, что опухоль имеет размеры где-то 2,5 на 3 сантиметра. Вот я уже вижу, что размер ее 5 сантиметров. За последние несколько лет смертность от детской онкологии снизилась практически в 1,5 раза. Средний возраст пациентов центра – до 10 лет. Опухоли детям здесь удаляют ежедневно, но лечение продолжается и после хирургического вмешательства. Комплексное лечение продолжается. И в основном эти дети приезжают на химиотерапию, на лучевую терапию не один раз. И, конечно, жизнь продлевается этим самым, потому что современные препараты, современные оборудование в операционной позволяет это делать. Операция Ульяны прошла успешно. Впереди девочку ждет восстановление. Встать на ноги она сможет уже на 4-е сутки.